Привет! Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас очень жду. Сегодня пожарим сосиски в тесте. Это любимое лакомство для детей. Для этого нам понадобится для теста 2,5 стакана муки, 3 столовых ложки масла подсолнечного, чайная ложка соли и сахара, 3 столовых ложки крахмала картофельного и 1 стакан охлажденной воды. На это надо делать где-то упаковки сосисок. Ну вот и все. Поехали. Перемешиваем соль с крахмалом, сахаром и с мукой перемешиваем все. Вливаем масло подсолнечное и воду охлажденную. И замешиваем тесто. Тесто разрезаем на небольшие кусочки и вот делаем такие лепешечки. И их раскатываем в руки. Вот такой у нас получится шнур. В разогретую сковороду вливаем масло подсолнечное, выкладываем наши сосиски в тесте и жарим до румяной корочки с двух сторон.